Я нашел план ИД-6 и карту командного пункта. Но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Туалет. Отброшу за 50 патронов. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь Хата? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Танцуем сегодня мы с тобой, танцуем. Конечно, прокатимся с музыкой. Смотрю, что за бумаги ты там нашел. Я сам радистом раньше был. И после войны, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Но, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке, слушал эфир. И пришлось всякого наслушаться. Сибирь молчала вся. А вот остальные выходили на связь. В том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали приказы. Привет. Еще... Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Бывалые морские капитаны, как дети Ухиды Ватки. Офицеры вопросы умоляли меня проверить, нет ли их родных среди выживших. Что я мог сделать? Ну ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война может и кончить. Но у некоторых еще своя война была. Другие поняли, что раз мир уже отвечен так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали на все. Тут только новейшая техника. В метро такого не найдешь. В автономном плавании по полгода находился. Людей горючего хватает. Ой, ну и деньги были. Как вспомню дрожь. Знал бы ты, как за это приходится платить кровью.
Вылез тут, как видишь. Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет? Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в Д6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот, дров наколол. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Это подвалы старого храма. Давай, забирайся. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в Д6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в Д6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и людьми перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Артём! Эй, что творится? Артём! Артём! Артём!
Очнись, Артём! Очнись! Слава богу, он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Артём, все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знал, что не может у нас выйти все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребят. Так, Володь, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. Кто-то к нам приближается! Забей! Упыри! Огонь! Все сделано! Сюда. Это еще что? Черт. Темно, как у негра дома. Ладно. Давай посмотрим, что там. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артём, Володя, вы со мной. За дело. А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое... Перекурчик объявим. Так. Нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела?
Мне кажется, что мой черный шури будет больше похож на мокрое пятно. Тут кто-то совсем новый скелет обронил. Может, возьмем с собой? Он убил ты. Ульма, хватит балаголить. Вернемся домой, будет зубной щеткой сортиры чистить. Да, товарищ Гериалисимус, так точно. А вот и первое задание. Артем, ну-ка, пощелкай выключателями. Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, сломанная. Отлично. Ты точно заслужил медаль. Ульман, проверь. Не, я не пойду. Там А, темно, и Б, страшно. Вот дерьмо. Поаккуратнее с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нее вляпался. О, это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Вот! 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 Все спокойно. Что ж, лучшая оборона — это нападение. Владимир, Артем, не суйтесь в пекло! За мной! Товарищ полковник, не могу сражаться в такой рабочей обстановке. Вот тут воняет так, что уже нюх отбило. Это от твоих шуток.
дважды не умирать. Вперед! За Родину! За смерть от старости! Не дрейф, прорвемся! Косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Проклятые твари. Так, впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс. Еще секундочку. Готово. Открыто. Надеть противогазы. Ульман, проверь. Чуть что, сразу Ульман. Несправедливо. Все чисто, заходим. Я пойду гляну, что это. Аккуратнее, мужики, аккуратнее. Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Слышали? Чёртовы упыри! Разнюхали нас снова! Осторожней!
Вот она. Эта дверь ведет в Д6. Мы на месте? Похоже на... Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Артём, осмотри комнату. Живо. Все в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! Thank you.
Артём! Сюда! Слава богу, живой все-таки. Степана убили. Стёпу. Дьявол! Тише, тише! Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Что за... Так. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Следующая остановка – командный центр.